Деревня Каменка, 12 километров от Бобруйска. Это расстояние в годы Великой Отечественной стало трагическим для нескольких тысяч жителей. Это был их последний путь. В ночь с 6 на 7 ноября 1941 фашистами было расстреляно более 10 тысяч узников городского еврейского гетто. Мужчины, женщины, старики, дети не пощадили никого. Перед этим 500 военнопленных из концлагеря, расположенного в крепости, вырыли 2 10-метровых рва. После их тоже убили. Эти ямы стали братскими могилами для евреев и красноармейцев.